Всем привет, с вами Сергей Бабиржан. Сейчас будем чистить навозы свиней. Еще. Вот, в углу, вот здесь, вот. Не пускай их, они сейчас выскочут. Тут говна у них, грамма. Не надо закрывать. Чтоб не выбегли. Не я и так не выбегу. Корыто продвинь дальше. Гвоздина хоть бы забита. Корыто отодвигай отсюда. Еще не выгреб на ваше отодвигать. Сначала отодвинь, тогда выгребай. Под корытом тоже надо. Говно его корыто отодвинул. Я его сразу отодвигаю. А я потом отодвигаю. Ну, отдвигай, убегут, будешь по двору гонять. Лопатка вон рядом. Хоть бы гвозди позабивали. Везде так. Гвозди. Сзади дробленку бери, узкое корыто высыпай вдоль. Еще не выгреб, чтобы высыпать. Чтобы... Говори что-нибудь. Теперь налаживаем на вас корыто. Говори, ты говори. Я не делаю, ты снимаешь, ты делаю. Должен разговаривать, как Горин. Я Горин. Клубника. У меня в тарелке клубника. Как Горин. А есть не молчат, снимают еще. Надо говорить, а не молчать. А есть молчат, снимают еще. Так, давай, открывай свиньям дробленку в узкое корыто, на всю высыпай. Теперь стелим солому свиньям, чтобы им мягко было спать. Я рука в ТикТоке орал, да? Вот постелил поросятам соломы. Теперь сыплю вот дробленка. Корыто. Теперь выливаем помои. Все, закончил чистить у свиней навоз. Подписывайтесь на канал, ребята. До новых встреч.